Thank you.
Назначение камуфляжа. Эй! Эй, ты там! Да, ты, я с тобой говорю. Это тебе не прогулки в парке. Ты должен прикрыться, чтобы тебя не узнал враг. Блики. Все, что может отражать солнечный свет, включая бинокль, нужно использовать с осторожностью, а то будет поздно. Силуэт. Части вашего тела могут привлечь внимание врага. Но даже если он вас заметил, будьте внимательны. Попробуйте принять форму чего-нибудь другого. Звуки. Вы должны научиться контролировать издаваемые вами звуки. Они могут быть очень слышны. Особенно эти. Ознакомьтесь также со знаками. Например, это означает, что все чисто. Приготовились? А, посмотрите, вот и пришла весточка. Good! Everything is going to plan! Australia is ours! I've awarded you, five additional promotion points to bolster your squad. Things could be difficult from here on in.